Всем привет! Сегодня 24 сентября 2021 года и появилась информация, что Олег Знарот будет старшим тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде. Так сообщил Третьяк. Вот как вы считаете, Олег Знарот будет достойным тренером сборной России по хоккею? Или все-таки с ним сборная, так сказать, провалится еще глубже? Напишите в комментариях ваше мнение. Я лично считаю, что Знарот – это плохой выбор Олимпийского комитета. А вы как считаете? Напишите в комментариях.